Попро, Иисусе во гробе живот дарова,
Христос воскресе из мертвых, смерти в смерть поправ, Иисусем во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти в смерть поправ, Иисусем во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти в смерть поправ, Иисусем во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти в смерть поправ, Иисусем во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти в смерть поправ, Иисусем во гробе живот даровал. Воскреснет Бог и расточется в рази Его. Христос воскресе из мертвых, смерти в смерть поправ, Иисусем во гробе живот даровал. Зайдем, да исчезнем. Лица Божия о праведнице, да возвеселятся. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисусем во гробе живот даровал. Сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся вой. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисусем во гробе живот даровал. И Сыну, и Святому Духу. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисусем во гробе живот даровал. И во веки веков, аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисусем во гробе живот даровал. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисусем во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисусем во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисусем во гробе живот даровал. Благодать ее. Господи, помилуй.
Христу Богу предадим. Часа, пусть начнет торжественно праздновать,
Кто пришел после шестого, пусть не имеет никакого сомнения, ибо он ничего не теряет. Если кто опоздал к десятому, пусть придет без всякого колебания. Если пришел кто только в одиннадцатом, пусть не побоится, что промедлил. Ибо хозяин, будущий щедрый, принимает последнего так же, как и первого, и дает приют для отдыха пришедшему в одиннадцатом часу, как и работавшему с первого. И последнего он милует, и о первом заботится. И тому дает, и этого одобряет, и дела принимает, и намерения приветствует, и действия ценит, и желания хвалит. Поэтому войдите все в радость своего Господа, и первые, и вторые получите награду. Богатые и бедные, веселитесь друг с другом. Воздержанные и невоздержанные, почтите этот день. Постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь сегодня. Трапеза полна, насладитесь все. Телец велик, пусть никто не уйдет голодным. Все наслаждайтесь пиром веры. Все получите часть богатой благости. Пусть никто не плачется на бедность, ибо настало царство для всех. Пусть никто не скорбит о грехах, потому что из гроба воссияло прощение. Пусть никто не страшится смерти, ибо нас освободила смерть Спасителя. Ее угасил тот, кого она держала в своей власти. Восторжествовал над адом сошедший в ад. Горько пришлось аду, когда он вкусил его плоти. Исаия, прозрев это, воскликнул словами: «Горько пришлось аду при встрече с тобою в преисподней. Горько, ибо он упразднен. Горько, ибо он подвергся поруганию. Горько, ибо он умерщвлен. Горько, ибо подвергся разрушению. Горько, ибо он заключен в оковы. Принял тело и вдруг попал на Бога. Принял землю, а встретил небо. Он принял то, что видел, и попался на то, чего не видел. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и ты повержен. Воскрес Христос, и пали злые духи. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос, и жизнь вступила в свои права. Воскрес Христос, и ни одного мертвого в гробу. Ибо Христос, воскресший из мертвых, положил начало воскресения всех умерших. Ему слава и власть во веки вечные. Аминь. Помилуй нас, Боже. Вселенную просвети, несмертную мира и сокровище сисько. Высоко нас смиренно мудрее показал, но твои сестры сына поцуя очи они захвости. Моли слово Христа Бога спастися душа наша. Помилуй нас, Боже, помилуй нас, все твои молитвы услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
ожидающий Тебя великий и богатый, милости.